Всем привет, мои хорошие, с вами я, Кэмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже понимаете, сегодня у нас также будет мукбанг. Это значит фаршированные грибочки. Выглядит это вот так вот. Обычные шампиньоны, которые заполнены прожаренным мясом, и сверху здесь сыр плавленый. Очень вкусно. Я вообще очень люблю грибы. Особенно в такой подаче. Это просто божественно. Также у меня здесь помидорки. Они здесь очень кстати. Я две штуки съела. Давайте посчитаем, сколько здесь. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 штук. Знаете, со стороны так красиво смотрится. И вкусно. И полезная еда. И как всегда, я буду отвечать на ваши интересные вопросы. Итак, первый вопрос. Если бы на свете был человек, копия меня, стал бы я с ним дружить, общаться или воевать? Я считаю, что два одинаковых человека, вообще одинаковых, не смогли бы дружить. То есть фишка в дружбе заключается в том, что люди чем-то разные и им интересно друг с другом. Я думаю, если бы я нашла своего двойника, да, мне было бы очень интересно, но я думаю, что мне не было бы интересно с этим человеком. Если мы будем внутренне абсолютно идентичны. Вообще, в детстве я мечтала найти своего двойника. Двоюродные братья старше нас всегда рассказывали нам, что да, вот где-то ходит твой двойник, представляешь? И нам было так интересно его найти, пообщаться, посмотреть на него. Сейчас, если честно, я не очень верю в это, не знаю, насколько это правда или нет. Если точь-в-точь такая же, как и я. Может, даже внешне мы будем на 100% похожи, но мне кажется, внутренне мы будем разными. Грибочки просто потрясные. Следующий вопрос. У тебя было такое странное ощущение, как будто это с тобой происходило ранее? То есть дежавю, я так поняла, имеется в виду. Я один раз смотрела фильм «Пункт назначения». По-моему, так называется. Там пассажиры типа одного рейса потихоньку все умирали. После этого фильма у меня было такое ощущение, что сейчас со мной что-то произойдет. Помутнение рассудка. Вообще, я раньше очень любила фильмы ужасов, но сейчас я понимаю, что они очень сильно влияют на мою психику. Потом мне где-то что-то мерещится. Я даже одна ночью дома спать не могу, поэтому у меня очень слабая психика.
Ну, несмотря на это, я смотрела такие фильмы. Как это вкусно? Это просто нереально вкусно. Если вы любите грибочки, то вы меня поймете. Как ты думаешь, где ты будешь лет через 10, если все сложится идеально? Где я буду через 10 лет? Я думаю, что через 10 лет у меня уже будет своя семья. У меня уже обязательно должна быть машина, своя собственная квартира, один ребенок. И на YouTube-канале минимум 2 миллиона подписчиков. Я думаю, что через 10 лет, если это все у меня будет, то жизнь прожита не зря. У тебя когда-нибудь было желание писать стихи? Да, я писала. У меня даже есть тетрадка, сборник моих стихов. Но сейчас я читаю и понимаю, что Есенин из меня не получился. То есть это ужас. Ну, правда, я их писала, когда мне было 13-14 лет. Но сейчас я эту тетрадку прячу далеко и надолго. У нас, кстати, в школе были анкеты у девочек. И мы одноклассницам давали анкеты, чтобы они заполнили, написали свои данные. У меня таких анкет, наверное, было штуки 5-6. Я обожала. Напишите в комментариях, у кого тоже были анкеты, кто помнит эти времена. Или у нас только в школе были распространены эти анкеты. Там всегда был такой каверзный вопрос, кто тебе нравится из класса. И нужно было обязательно ответить. И все, не знаю, что-то там писали, секрет. Потом мальчики находили эти анкеты, перечитывали все вопросы, ответы и ржали над нами. Ох уж были времена. Сейчас вспоминаешь, прям смешно. Вот что значит детство без интернета. Раньше мы писали записочки, девочки друг другу. Сейчас просто можно в WhatsApp написать и все, не заморачиваться. На что ушли твои первые заработанные деньги? Очень интересный вопрос. Мою первую зарплату, это не YouTube, сразу вам скажу, это было 270, по-моему, манат, и мы пошли с мамой, там купили сумочку, ей какой-то кошелек, мне по мелочи, в общем, я все деньги потратила на маму и на себя, и домашним кое-что купила, ничего такого, знаете, прям пошла с первой зарплаты, купила себе бриллиантовое кольцо. Такого не было, к сожалению. Но это было счастье взять в руки деньги, которые ты сама заработала. Есть человек, которого ты хронически не переносишь? Да, конечно, есть. Я стараюсь с такими людьми не общаться. Я не могу пересилить себя. То есть есть люди, которым неприятно, например, свои коллеги и так далее. И они делают вид, что там все хорошо и так далее. Я такой человек, я не могу делать вид, что все хорошо. Я обязательно должна все сказать, высказаться. Я не могу общаться с людьми, если они неприятны.